ней играли вместе. Привет, Лесин, подпишись на мой канал. Хочу себе сестренку, такую, как я, чтобы мы с ней играли. Привет, Есин! Сора? Ну-ка. Что ты тут делаешь? Как что? Я твоя сестра. Что ты удивляешься? Сам же меня наколдовал. Это же мои машинки. Вон твои куклы стоят. В них и играй. Нет, в куклы я уже наигралась. Я хочу в твои машинки играть. Отдай мою машинку. Ты ее сломаешь. Не отдам, я тоже хочу поиграть. Сейчас мы правда сломаем Есин так ее. Девчонки в куклы должны играть, а не в машинки. Это не обязательно. Эй, верни! Ой. Сейчас все маме расскажу. Упс. Плохо сестренку своего возраста иметь. Маме обидничает, игрушки отнимает. Здорово бы, если у меня маленькая сестренка была. Я бы за ней ухаживал, она бы меня слушалась, я был бы старшим братом. Ой, какая хорошенькая! А как с тобой играть-то? Что с тобой делать? Менять памперсы только что ли? Так неинтересно. В прятки ты, конечно, не умеешь играть. В футбол тоже. Ля-ля-ля-ля-ля. А-ля-ля-ля. Не люблю, когда девчонки плачут. Хочу старшую сестру. Она будет меня защищать и будет везде с собой брать. Старшая сестра, появись! Да, а я такая говорю, это не твое дело. У меня есть старшая сестра. Ну, мы с ней и ушли. О, научи меня играть в шахматы. Отвали, мелкий. Вот. Ничего себе. Какой я мелкий. Хорошо, буду через 20 минут. Куда-то ты собралась? Это не твое дело, мелкий. А я? А ты уроки делай. И стирку повесь, мама просила. Да-да, и в комнате приберись. Во!
ты что? Я Золушка, что ли, тебе? Не хочу такую сестру. Не надо мне никакую сестру. Хорошо бы мне братика. Подписывайтесь на канал и не забудьте ставить много лайков. Пока-пока! Не, я хочу... Я... То есть... Не, я в куклах играла сейчас. Не, в куклы... В куклы я уже наигралась. Научи меня играть в шахматы. Вот. Вот. Какое вот? На все время. Что нужно? Отвали мелкий вот. Ладно. Мелкий. Ну вот. А отвали. Отвали мелкий. А ты кому говоришь вообще? Где мелкий-то сидит? Оставь, оставь, пожалуйста. Мелкий. Отвали мелкий. Где вот. Мелкий-то? Мелкий, где я тебе показываю? Где он сидит? Вот здесь. А почему ты смотришь на дверь? Что? Почему ты можешь... Вот так. А у вас, ребята, есть сестра или сестра? А у вас? А все, у кого есть братья или сестры, подписывайтесь на канал.